Всем доброе утро. Мы сейчас идем, Кирюшка, в школу, а я пошла, мне надо в магазин. У нас есть продуктовый, который рано работает. У нас сейчас время еще 7 часов. Вот мне нужно продуктовый зайти и в аптеку. У меня железо закончилось, уколы, ферум лек надо купить. Вот поэтому я его тут немножко провожу и в аптеку еще схожу. С утра на ногах уже. У нас сейчас показывает погода 1 градус. Ну, вроде теплее, не как один, кажется. Я уже подхожу к поликлинике. Сейчас делать процедуру своей для спины. У нас сегодня, сейчас вот день, очень тепло, опять 12 градусов. Погода просто радует. Ну, на следующей неделе обещает уже снег. Ой, как не хочется, чтобы зима быстро наступила. Захожу. И сегодня без прически. Сижу, жду, когда освободится. Все, я с процедур немножко вспотела. Сейчас на ЛФК ходила. На фитнес. Вот. На ЛФК сегодня была. Просто она тут болела, ее не было. Сегодня была. Так что вот иду домой, сегодня немножко опоздала, но меня все равно приняли. У нас сегодня не было воды горячей, а неохота была с грязной головой идти, так что я ждала, когда воду включат, потом помыла голову и пошла сюда. У нас как осень начинают копать трубы, воды не было, где-то прорвало, подделали. Сейчас покажу, здесь тоже, кстати, все перекопали. Сегодня без прически, так высушила феном и побежала. Даже помадой забыла накраситься. Тоже что-то сломалось или прорвало. Тоже что-то ремонтирует. Скоро уже приду домой. Что-то устала немножко. Мне сегодня, кстати, сказали, что вперед нельзя наклоняться. Обувь вот когда надеваешь, ни в коем случае нельзя, а то у меня тут как-то выходные, в пятницу тоже приступ был, наклонилась надевать обувь, и у меня как-то там защемило все. Вот суббота-воскресенье постом почти лежала, вот только воскресенье ездила на машине Фаберлик получать, а так 2 дня лежала, вообще сильно болела спина. Так что вперед нельзя, только бочком как-нибудь аккуратненько, либо сидя надевать нужно обувь. Они наклонятся, и не бегом, как я, все. Так что вот, ладно, уже скоро буду дома. У нас все еще тепло на улице, последняя неделя тепла. Мы сейчас едем за покупками, решили съездить за покупками. Нам надо купить кое-что в детскую комнату, продукты купить, для дома кое-что, для ремонта, может быть. В общем, потом обязательно все вам покажу. Сейчас в машине сидим, ждем папу. Папа побежал в банк, в банкомат. Вот под Кирюшку еще ждем. Кирюшка у меня на английском сейчас, у репетитора. И скоро освободится. И поедем. Нам нужно купить ему шкаф для книг. У нас книги, тетрадки, в общем, все хранятся в том большом шкафу, который много раз показывала. Где одежда хранится, там у него есть отделение, где он складывает книги, тетрадки, в общем, книжки всякие разные. На столе сейчас у него там книги, и на подоконнике книги много у него. И книг, и учебников, и, в общем, всего у нас много. Тем более у нас 2 мальчика у нас, и у младшего много всего. И вот нам не хватает просто категорически места, чтобы все разложить красиво. Вот, и мы хотим купить полочку. Еще мы купили люстры в большую комнату и в маленькую комнату. Ну, тоже потом будем делать ремонт и все покажу. Почему-то у нас так получилось, сначала купили люстры, потом ремонт. Ну, я же все наоборот делаю. Так, сейчас иду за фруктами. Фрукты надо купить. Зеленый, красный. Да, красный, зеленый. Купили полный пакет почти фруктов. Кстати, мы купили недавно люстры вот в этом магазине. А вот здесь вот на 2-м этаже. Здесь недорогие люстры и, ну, красивые, хорошие. Привет. Мы с Вадимкой пришли в песочницу. Стоим здесь, ждем Кирюшку. Кирюшка у нас у репетитора на английском. Здесь недалеко от дома. Ждем, должен скоро подойти. Потом дальше поедем. Магазин сейчас только фрукты успели купить. Качельки наши. В
Формочки есть, а лопаток нет? Нет. Ну, это такой уже старенький песочек. Мы сюда не ходили вообще почти этим летом. Редко сюда ходили, потому что песок не очень. В Гарсат ходили, в песочницу. Там вход платный, но там все чисто. Мы приехали в торговый дом. У нас здесь есть мебельный магазин. Мы приехали за полочкой. Полка для книг называется. В Галамарте уже смотрите, что продается для этот снегокат для зимы и ледянка. Смотрите, какая крутая ледянка. Настоящая ледянка. Надо будет купить к зиме. Ребята, мы только что зашли домой. У меня сел телефон по дороге, и я ничего не могла позаписывать, а камеру я с собой не беру. Сейчас вот достала камеру и хочу вам показать покупки продуктов. И кое-что для дома купили, тоже покажу. Но сегодня немного было покупок, потому что Юра поздно приходит с работы, и уже все магазины закрываются у нас рано, и поэтому ничего толком и не купили. Но нам надо было самое главное купить полку в маленькую комнату для Кирилла, книжная полка. Мы ее купили. А сейчас я покажу вам покупки продуктов. Сегодня у нас вот так вот тут полный стол. Много всего тут закончилось, поэтому докупили. Это у нас, наверное, скорее всего, на 2 недели кое-что. Некоторые продукты на 2 недели растянем. Некоторые быстро закончатся, а потом докупать будем. Ну вот сегодня что могли, что унесли, то купили. Самое главное, тоже надо было фрукты купить. И масло закончилось подсолнечное. Ну и мясо тоже. У меня в основном мужчины, поэтому без мяса никак. И у меня гемоглобин низкий. И тоже сказали, мясо надо обязательно, говядину. Я знаю, что некоторые не едят мясо, так что уж извиняйте. Вот, начнем отсюда. Там хлеб, сахар. Здесь виноград больше килограмма. Кишмиш сладкий. Виноград без косточек, очень вкусный. Я прям там попробовала, дали попробовать. И очень понравился, я взяла больше килограмма. Там макаронные изделия вермишель, это в суп я добавляю мелкое. Так, здесь мандарины, арахис. Арахис, так, здесь яблочки разные, бананы, бананы. Там немножко купила огурчиков, консервированные корнишоны. Это в салат добавлять. Ну, я вот, например, салат собралась сделать оливье. Обычные, да. Мы в последнее время добавляем огурчик свежий. Но если просто один огурец, то как-то не совсем солено, как-то по-другому вкус немножко. И мы добавляем такой огурец, добавляем и такой огурчик соленый, консервированный. Следующее это 4 сезона. Заморозка. Осенние овощи постоянно берем. Бывают разные берем. Очень нравится добавлять. Просто детям нравится, когда больше зелени. Так, дальше. Здесь у меня закончилась петрушка, укроп. Еще вот это вот решила взять, давно не делала. Гречка по-купечески. А вот мы это добавляем. Там мяско надо добавлять, вот эту приправу, гречку. Ну, все вместе очень вкусно. Ну, я советую вот эту вот. На один, на второе. Очень вкусно получается. Делаю на 2 раза. Вот делю, на 2 раза делаю. Так, здесь гречка. Экстра отборная, чистая отборная крупа. Так, здесь и здесь вот гречка, горох молотый, чистая отборная крупа. Так, здесь я показала, это гриль-решетка для сосисок. Завтра собираемся, если что, в поход идти. Фарш, килограмм где-то у меня, здесь полкило, здесь полкило. Так, здесь творог 9%, это детям. Сметана у нас еще есть. И вот тут еще тут сметанка, 350 грамм. Сок. Масло подсолнечное. Чай. Ну, иногда пьем такой. Это мы завариваем. Ну, такой тоже пьем огурчик. Здесь у меня куриная грудка. На салат это у меня. Говядина без кости. Ну вот последний кусочек был, здесь чуть побольше полкило срезать буду. Ребро говяжье, для супчика можно. И здесь вот сосиски. Какие-то сосиски мини взяли, там, ну вот просто чисто с собой взять. Здесь спагетти, яйцо. Так, ну вроде бы все показала, да, все.
Так, вот. Сейчас дальше покажу вам, что мы купили. А вот наша самая главная сегодня покупка. Полка для книг. Такая большая. У нас Кирюшка сам выбирал. Понравилось, да, Кирюша? Ну, надеюсь, войдет все. Здесь не только книги у нас будут стоять, но еще и разные там сувениры, поделки разные, грамоты какие-то, да, какие-то достижения наши. Потом все это оформлю и покажу вам. Ну и вот еще мы заходили в Галамарт магазин. Это младший взял. Он любит вот этих в последнее время солдатиков. Военный у нас будет человек. А Кирюша у нас любит собирать. Недорого и интересно. На какое-то время там сидит. А потом он играет, им Вадимке дает. Так, это у нас губка для швабры. Вот у нас такая вот швабра и такая есть. Взяли обновить. И ватные диски тут у нас закончились тоже. Купила. Так что вот такие вот у нас покупочки. Конечно, все это потом оформим и обязательно вам покажем. Кстати, вот полочка подходит к коврику нашему. Ну вот, мои дорогие, на этом я сегодня буду заканчивать наше видео. Кому понравился влог, обязательно ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на наш канал. И всем пока-пока! Пока-пока!